Ну, что сказать, первый матч, интересный матч и по игре, и по счету, и по развитию, и по концовке. Bu bir ilk maçtı. Çok enteresan bir maçtı her konusunda. Hem sonuç olarak hem de oyun olarak. Каждая команда реализовывала свой план на эту игру. Я скажу, что было интересно. Her iki takım kendi planları gerçekleştirdi sahada. Biz bunu gördük. Maç çok ilginçti. Каждая команда имела моменты, скажу, достаточно серьезные моменты для того, чтобы иметь преимущество. Her iki takımın çok iyi fırsatları üstünlük için vardı. Сделали много работы, хорошей работы, не забили то, что должны были забивать. Çok iyi yaşattık ama maalesef her fırsatımızı kullanmadık. Ну, уже на себе уже почувствовали Galatasaray. Что за команда? Насколько мы можем сделать больше? Biz hissettik, biz öğrendik Galatasaray nasıl bir takımdır ve biz kendimiz daha ileride nasıl kendimizi iyileştirebiliriz. 2-2, следующий матч будет более тяжелый, более трудный, конечно, мы это понимаем, но мы будем готовиться. Bu maçın sonucu 2-2. Zaten biz biliyoruz, bir sonraki maç daha da zor olacak. Нам нужно будет больше сделать там, потому что игра на выезде там будет очень сложно. И свое поле, свои болельщики. Второй матч будет более тяжелый. Коча Сормушто, Шойли Перчей, Галатасарай, Наслбир Такамде. Коч Дедике, затем икинджи матч Дагада Зор Оладжак, затем Депласман, матч Лер Дагада Зор, Чунки Галатасарай, Кенди Сахасы, Кенди Тарафтар Лер Оладжак. Стэн Бирсон Рекимаш Дагадазор Оладжак. Ну, команда очень серьезная. Мы говорили об этом и в предматчевой пресс-конференции. Это очень сильный клуб. Команда рімта, ir mes jau vakar prieš rungtynį spaudos konferenciją kalbėjom, kad tai tikrai stiprus klubas. Понятно, что они только стартуют. Это такая первая официальная игра после перерыва. И, может быть, что-то не до конца еще отработано, но мы имели много информации для того, чтобы анализировать. Газета Джибир дага сормушту, Галатасарай насыл бир таким, насыл оно коч гёрлді. Коч деді ки, Галатасарай герчетен чок джитті бир таким, ама азырлык ічен заман варды, азырлык ічен эвэдіві ічен, яни білгі варды, ве біз азырландык бу матч ічен. Мы видели, что на первых минутах защитник очень грубо, конечно, сыграл против Айвуси. Я не могу сказать, что это специально или преднамеренно, но это было очень грубо. Bu bayağı bir sert, sert bir şey, sert, sert, evet, oldu. Tabii bilerek bunu yapmadı, ama zaten bayağı bir sert bir an oldu. Ну, даже с этой травмы он отыграл достаточно много времени и еще забил свой гол. Ама матч башында онын да бирис сакатлык варды ве буна рамен о инеде бая ий ойнады, бирде гол атабилды. Ну, я уже сказал, что да, мы имели достаточно много моментов на то, чтобы... Сиз не дышнирсуз, яни матч 2-2 бити. Коч деді ки, табі бізім біркач тане фырсатымы зварды казанымак ічін, ама матч бөйле біті, біз 2-2 гөріюрус, ве хэр ши енеден башлыйор. Ну, какі могут быть мысли? Сіз не дүшінюрсуныз, яни Донатас Козлаускас икінджі гол аты, ама кырмызы карта алды, сіз не дүшінюрсуныз, деді бөйле, не дейбілерім ки, не дүшінюбілерім ки. Время еще достаточно, команда в меньшинстве. Какие мысли может быть? Я не дебилирим, что даха заман калмышты о анда, ве бизим даха аз ойнчу варды сахада. Не дешинебилирис ке? Вы ответили на этот вопрос сами уже. Я не знаю, может быть, вы уже беседовали с ним? Икинджи гол аттыктан сонра, не бөйле даваранды. Футболчумуз деді ки,
Jani belki duygular, koç dedi ki zaten siz kendiniz cevabınıza cevap verdiniz, yani sorunuza cevap verdiniz yani zaten duygular. Yani bu bir maç. Evet, özür diledi. Он порядочный парень, действительно, может быть, у него на таких эмоциях, но это все равно не позволительно. Tabii o iyi bir çocuk ama böyle olamaz. Будем искать, конечно. Daha önce koç söylemişti ki iyi bir sonuç için ikinci maçta daha da iyi, Žalgiris'in iyi oynaması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz sormuştu. Dedi ki biz arayacağız bir yolu. Я говорил в предматчевой конференции, что на поле играет команда и выигрывает команда. Сегодня мы видели Žalgiris, команду. Zaten daha dün demiştim ki soy isimler değil, takım sahada oynuyor. Zaten bunu gördü bugün ve biz ikinci maç için daha da mücadele edeceğiz. Dar turėsim žaidėją, tai vat.